Свалки номер 1 и номер 2 рекультивируют в Петропавловске. Эти работы синхронизируются со строительством нового полигона с мусоросортировочным комплексом. Вышел перечень поручений президента, в котором отражены мероприятия, необходимые к реализации до 2030 года. Собственно говоря, проговорив с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ломакина Александра Николаевича, который дал поручение своему департаменту отраслевому отработать субъектом по реализации этих мероприятий. В эти мероприятия входят такие мероприятия, в большей степени связанные с водоотведением. Это ликвидация наших неочищенных стоков, это консолидация всех стоков, которые идут, находятся в центральной нашей агломерации, и перенаправление их на чистилище. Почему это делается? Так это только для того, чтобы заложить основу формирования нашей комфортной среды. Собственно говоря, необходимо сделать всю инфраструктуру, подготовить так называемую базу, для того, чтобы наш центр в полной мере благоустроить и развить. Также в этот перечень вошли мероприятия по реконструкции очистных сооружений в Елизаве. В целом объем инвестиций предполагается в районе 6 миллиардов рублей. И сейчас нам нужно подготовить проектно-сметную документацию до 2024 года, чтобы, начиная с 2023 года, у нас уже подготовлена проектная документация по ряду объектов, начинать строительство и догонять его в 2024 году, дополнив его реконструкцией самих, собственно говоря, очистных в Елизово, которые также завязаны на жилищное строительство и на благоустройство. Кроме того, в перечень поручений вошли мероприятия по строительству нового мусорного полигона с мусоросортировочным заводом, строительство которого планируется завершить к концу 2024 года. Это отдельная программа в рамках Министерства природных ресурсов. Здесь, соответственно, Минстрой выступает как координатор всех федеральных адресных программ. Соответственно, мы, что называется, сверились с ними и дальше будем осуществлять взаимодействие уже с Министерством природных ресурсов. Полигон мы рассчитываем построить в 2024 году и, соответственно, после этого в моменте должны рекультивировать те свалки, которые у нас также лежат в основе перечня поручений. Это свалка номер 1 и свалка номер 2. Свалка номер 1 располагается в поселке Дальний, вторая свалка располагается возле озера Приливного. Соответственно, обе свалки имеют накопленный экологический ущерб, который подлежит рекультивации. Напомним, Владимир Путин 5 сентября посетил Камчатку с рабочим визитом. Глава государства встретился с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», провел совещание по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска и двустороннюю встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.